першая визитка народного театра «Валентин», а у Могилеве несколько аматорских театров, где актеры просто працовные. Как потримать непрофессионалу, однако вельми талиновитых людей, у 2000 году провели первый городский фестиваль. Поступово до его пошли долучаться театры студы с інших городов Беларуси. Нам за счастье, кажуть, приехать у Могилев, как не только познакомиться с творчеством інших коллективов, а и показать себе чужому у двухкости глядачу. У меня в основном технари, актерский состав. Ну и чтобы выразить себя, человек не может жить только дома-работа. Ему хочется выразить себя где-то. Посмотрел на фестивале, готова работать с удвоенной, утроенной силой и покорять новые вершины. Это очень большой толчок для дальнейшего творчества. Вот что фестиваль для коллектива из маленького города. Светло рамку, хоть и городский фестиваль, однако его можно лечить республиканским. Аматорское мастерство – основа профессийного, подкреслил старшиня журы Рыгор Боровик. Часто удельники театров студы становятся студентами Академии мастерства. Для творческих людей, независимо от того, любительский это коллектив или профессиональный, очень важно, чтобы его творчество увидели все. Я жду приятных открытий, прежде всего, людей, участников коллектива, прежде всего. Они как раз и установят критерии оценок. Рызынкой фестивалю станет концерт театра «Сатирикон» с уделом Константина Райкина. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, Новини Регіон.